Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Морозов и председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров. Документ предусматривает участие банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона, финансирование совместных инвестиционных проектов и программ развития, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Это примерно около 150, возможно, 200 миллионов вливаний в виде кредитных ресурсов в нашу экономику. Безусловно, мы понимаем, что это наличие возможности для любого бизнеса, увеличение этой возможности кредитоваться, это формирование наших совместных продуктов по поручительству и кредитованию, банковскому кредитованию, это реализация совместных партнерских программ. Напомним, договоренность о возможности вхождения в регион одного из ведущих банков страны была достигнута в этом году на питерском форуме. Эльвира Зямалова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.